Так как каша у нас получилась не айс в этот раз, слишком липкая, сейчас мы будем менять тактику. И сейчас я ловлю на обычные катушки, эти кормушки, а поставлю тверскую. На нее как раз надо, чтобы липкая была, потому что она такая, как пружина. И чтобы она тяжелая, 100-граммовая, чтобы она сразу всплывала, когда ее тянешь. Я сейчас сделаю такое перышко на леску, как плавник она будет. И она будет, когда тянешь, она будет поднимать ее со дна, чтобы она не цеплялась. Вот такая штучка. Еще раз покажи. Угу. Сейчас. Все, пойду сейчас соберу. Я с тобой иду. Сейчас ты все покажешь. Да я сейчас пока достану удочку. Позовешь меня? Да. Цепляется. Папочка не готовит. Меня кусает комар, зараза. Ушла каша оттуда, нет? Да, да, я тянул там. Вот смотрите, вот эту кормушку. Вот у нее такие на кормушках, вот такие перышки, как будто бы. Когда они по воде начинают идти, ну, леска же кверху, она как бы ее подымает с дна. И она за дно не цепляется. А вот такую кормушку, которую я хочу поставить, у нее такого нету, она будет просто волочиться. Остановись, не крути. Ага. Вот для нее надо такое перышко сделать самому. И это перышко будет из той бутылки, вот что вырезали. Так, значит, я заменил катушку, потому что у меня та была катушка как под фиберную снасть сделана, а эту, это называется донная снасть. Вот сначала продеваем вот этот лепесток. Вот он. Так, сейчас чуть по-другому его проделаю. Почему ты так решил? Ну, она, эта посмазка неровная, а с изгибом в одну сторону, чтобы когда она натягивалась, она как будто бы выравнивалась. Раз, видишь, она как бы согнутая, когда натягиваешь, она оп, выравнивается. Все, сначала надеваем эту вещь, теперь берем кормушку. Я заранее дома от зубочистки вставил сюда пластмассовую такую трубочку. Подержи. Вот ее не было, этой белой трубочки. Вот я ее вставил, тут с двух сторон запаял, чтобы было удобно продевать клетку. Все, продели. Так, теперь нам нужно надеть вот такой резиновый помпончик, чтобы при забросе узел не разбивался. Вот он. То есть здесь вот такая штука, вот чтобы она не травмировала, так сказать, леску. Теперь на этом тампончике там большая дырка, и в нее узел проскакивает. Мы наденем маленький стопорочек резиновый. Показать можешь? Вот так руку открой, покажи. Вот. Маленький резиновый сапорок. Теперь это вот упирается в него, и узел вообще никак травмироваться не будет. Так, теперь сюда можно поставить либо заводное кольцо, либо вертлюжок. Я предпочитаю вот вертлюжок ставить. Покажи его. Погоди. А,
Вертлюжок. Нет. Такая штучка с обоих сторон, она крутится, чтобы не запутывались. Угу. Видите? И привязываем вот так вертлюжок на любой узел, какой кому нравится. Я... Мне нравится мой узел, я вот на него все время лежу. У тебя такой узел не развяжешь. Ну, естественно, узел, чтобы хорошо затянулся, его надо смачивать. У нас вот этот стопорок упирается в узел, потом идет вот этот бусинка резиновая и кормушка. Узел вообще никак не травмирует, вот она будет биться, и плюс к тому, что она ходит легко, то есть она вот так упала на дно, а рыба-то будет тянуть. Вот сейчас сюда крючки привязываем, она ее тянет, она легко проскакивает. Все, кормушка лежит на дне, ничего ей не мешает. Так, и заранее дома я сделал вот такой. А, я тут вон что сделал. Дома уже. Придется переделывать. Я дома уже прям сделал крючки вместе. Зафиксируй. Ты так быстро все показываешь, что вообще ничего не видно. Так, и что с крючком? Ага. Крючки сразу к вертлюжку привязал. А надо как? Чтобы меньше было здесь дело. А я, видишь, ну, ладно, сейчас. Переделаем сейчас. Переделаем. Удобно. Вот так. Всякие штуки. Для крючков. Вот и все, вот такая вот. Ага, держи. Получается. Посмотрим. Снасть. И сейчас на одну насажу опарыш, а на другую кукурузу. Посмотрим, что будет. Почему я решил на такую? Потому что каша липкая, и вот так ее заряжать, эту кормушку. Эту кормушку прямо надо на нее налеплять, вот так, вот. И прям залепляешь ее, потому что она открытая. Она вот так вот упадет, и все, и будет лежать. Вот с нее как бы рыба может и, если что, и кушать. И она потихонечку там будет течением размываться. Подашь кукурузу? Конечно. Вкусная. Мне такая нравится. Держитесь. Папочка с червями крутится. А вот эту сумку, кстати, мы купили в Карелии. За сколько-то очень дешево, да? За 350, по-моему, рублей. Класс, да? У меня почти все мои эти поместились. Вкусное? Да. А ну-ка, дай маме попробовать. Ну да, оно вкусное. Сборное. Фу, блин. Комарью летает. У меня... И вот так кукурузку. И сейчас проверим. На кукурузу еще может быть и плотвица клевать. А здесь у нас в оке крупная плотвица бывает. Бомбочка целая. Тоже бомба. Вкусно. Замедленного действия. По-моему, что-то, да, дернулось?
Не шмякнуться бы.